нас воняет уже. На мою добрую девочку, смотрите. Мы, когда вышли из магазина, увидели, что этот лежит такой худенький. Пошли в Карфур, купили и вернулись. Дай, дай ему, иди. Гель, 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 гель. Кс, 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 кс. Гель, гелешкин, гелешкин, е, е, е. Давай полностью положим. Худенький такой, худющий. Этот побольше, но мама, видите, как она не сама не кушает, а дает им возможность покушать. Худенький, худенький. Сделали сегодня доброе дело, да? Угу. Это мусор надо выбросить, Мари. От пакета. Где пакет? Там мусор впереди, выброси. Такие сумки, бабуля, тяжелые. Я вернулась назад с этими сумками. И этот пришел. Конечно, они там сожрали. Гель? Всем привет. Делаем мы распаковку. Начали на USB, а потом на карту. Мы вначале купили USB, а потом карту. Вот такой вот тост. Я сегодня должна сделать тост. Переложим сюда. Фирма будет здесь красиво раскладывать, чтобы я время не тратила на вас. Ой, на вот это вот. Я хочу тратить на вас. Вот. Вот здесь вот кофе. Ой, простите, сегодня я икаю. Вот такой вот кофе. Кто знает, тот напишет в комментариях. Бабуля, мы эти кофе покупаем для бабули Кати? На подарки. А, на подарки точно. Вот такая у нас. Простите, я даже. Нескафе. Ладно. А где тут Нескафе? А, тут, вот еще один. Вот такой вот. Молоко, так значит. Блокнотик мы забыли еще вам показать. Вот такой. Это бабуля для себя купила. Вот. Тут 120 листов. Вот такой чек у нас. И этот, вот это вот мы все купили за 678 лир. И вот, начинаем с блокнота. По очереди. Блокнота 17. Она стоила 69 лира. Юбири. Потом хлеб тоста. Вот. Нет, бабуля, не это. Вот этот тост. Вот этот тост хлеб стоит 31. Ладно, сейчас мы идем. Оливер, Оливер. Вообще ничего не понимает, но пускай. Ладно, вот такой сыр. Короба, она стоила 137, да? О, да, короба 70 грамм, 700 грамм, стоит 39. Тут, смотрите, тут две стороны. Вот так есть это для бургеров. Я буду тост делать, бабуля мне сказала, чтобы я сама сделала тост, но у нас котлеты еще остались, я сделаю нормально тост. Ну, если всем не хватит котлет, то когда колбаса. А, чеснок. Во! Я что, вампир, что ли? Чеснок. Бим-бим-бим, бим-бим-бим. Вот такие вот две штуки. Чеснок надо для тебя. Вот это бабулина синяя, а моя розовая. Для школы. Они вообще это с ума сошли. Вот для дневника бабули. Зубная паста. У нас закончилась зубная паста. Мы купили новую.
У нас сейчас распаковка идет на Кэлфри. Она такая легкая, а та была потяжелее. Ладно, сейчас будет распаковка. О, какая мягкая. О, такая, блядь. Хочется лежать. Это для Батуми. Давай, бросай. Мы таких купили где-то две штуки, да, для Батуми. Чтоб мы понесли самое интересное. Куда ты лежишь? Так. Нет, вот тут. Так, там. На, это мой. Я заплатила деньги. Там последний цикл был, больше не было. Не понял. Самое интересное. Заколки для бабули, у Зеньки. Да, для бабули. Фирма заколки начинается, твои любимые. Это мои заколки. Это тебе лучше будут. У меня только вот такая одна пачка, а у тебя две пачки есть. Такие? Не таких, а таких. Вот такой. Мария, я все красиво ложила. Да блин, не выключайся телефон. Мария, я все красиво. Вот такое сердечко для Ирмы. Нет, минуту. Да, это сердечко для Ирмы. На. Я так и знала, что ты рада будешь. Я так и знала. Вот такие сердечко. Это бант для меня. Для меня. Что? Вот. Вот такой бант для меня. Для волос. Для Ирма. Мы тебе не купили. А мне что-то купили? Это Ирмочка. Зачем ей попыт? Это моя. Ё-моё. А ты говорила мне два. У тебя. А где мои заколки? Это для Ирмы. Вот, наконец-то, Рапунцель. Это для меня вот эта папочка. Я начала натяну один вот так хвостик сделаю и наверх бант. Кто тебе сказал, что это? Это мне. А это кто? Ладно, шучу. Ирма, это тебе. Ирма, вот это тоже тебе второе. Понятно. Наша распаковка закончилась. Короче, у нас, я вам показываю блок, что внутри находится. У нас находится. Нифига себе, здесь большие есть. Вот такие вот маленькие, очень много штук. Это вот закалывать бумагом, а сюда прицепить. Это вот такие вот шариками. Знаете, что берете вот так бумагу, а на доске там вот так вот берете. Вот так. Это как будто доска. Берете бумагу и вот так прицепливаете. Это вот эта вот штуковина. Я забыла, как называется. Вот такая вот штуковина. Вот такие большие. Вам не видно? Вот. Большие вот такие штуковины. И вот вторые же, но другого. Холодильник. И вот такая вот штуковина. Вот, то есть, короче. Продолжение. Это продолжение. Так что. Смотрите, вот это вот мне. Так, сколько мне у меня заколок, сколько у моей сестренки. Вот это моя сестренка. Что в руки попадается, то и это. Это моей сестренке. Это тоже моя сестренка. Это мне. Одна. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это не твое, Ирма, это всех не посередине. Ладно? Это каста прилетела. Дайте. От Карфури не было чека? Дай тебе блокнот показывай этот. О, как много бумаг здесь. Как здесь много. Хе-хе. Короче. Да, тут оказывается зацветные. Смотрите. Я думаю, не тот хард. Европа, папа.
Ладно, короче, я должна сделать сейчас тост.